Снова онлайн. Предыдущую трансляцию я удалила, потому что я не знала, можно ли выходить в Перископ или нет. Вы не представляете, сколько сейчас людей набежало. Это вообще, это что-то. Да, вот. Здравствуйте. Мы все... Здравствуйте, всем привет. Смотрю, сердца сверху летят. Да, завтракаем с многоуважаемой, прекрасной Валерией. Да, вообще просто столько народу набежало. Ну, здесь Карина, Юля, Паша, все снимают. Ну что, мне же перископ включить. Ну что, давайте все перископы включить. А можно я к вам поближе сяду? Не возражаете? Конечно. Ой. Тоже сейчас, да, перископ включите? Там будет смешно, если, не знаю, Аня будет смотреть. Да. О, супер, все, и по свету. Нет, я по 3G, по-моему. Что-то Wi-Fi вообще не подходит. Все, сырнички все съели. Жалко. Журы такие. Такие сырнички. Да. Кстати, ребята, у Валерии тоже есть перископ. Да, сейчас я... Сейчас вот я... Слушайте, ребят, попрошу плохой, все по 3G. Кстати, у Валерии тоже есть перископ. Да, перископ, блядь. Сейчас все будет. Да, не все параллельно сидят. Да, ребят, у нас классно. Так классно, что снег пошел. Прям вообще радовалась, как ребенок с утра. Частичное воскресенье. Я могу писать. Привет, у меня сегодня днюха. Ой, ща. Блин, вот я в очках, как не знаю. А, не звонила. Отключаем их. Ну что, ребят, как дела? Привет, Баку, привет. Привет, Баку. Привет. Я тут ненадолго. Саша, привет. За что? Да, да, Валерия действительно очень красивая. Все пишут, какая вы красивая. Ой, спасибо, мне приятно, мне дочь звонит, а я не могу ей ответить. Я ее сбрасываю. Аня, это я тебя сбрасываю, если ты смотришь перископ. Смотри, дорогая, потому что я тут занимаюсь... А ничего же не писала? Встреча с лучшими видео нормально? Ну нормально. Просто так у нас обычно Маша обозначает. А, вы уже, да? Ой, я страны. Рад бы с вами чуть-чуть поучаться. Я не в курсе. Давайте, можно я сниму как-то? Ну что, да, пожалуйста. Ну что, я не был. Отлично. Аня пишет, что скидываешь. Аня, видимо, не знает, что я сейчас перескажу. Зайка моя, если ты вдруг меня видишь. Очень. Привет. Это Паша. Аня, в Москве, кстати? Это Юля. Это Карина. Это Саша. Hi. Саша на фирме. Аня. Вот бы Аня в перископ зашла, серьезно. Ну вот она просто не знает, что я тут, и нервничает, что я... Снимайте вот так, двойную голову. У нас были очень вкусные сырники. Круть, привет, добрый день. Писали, к вам зашли. Понимаешь, какой там был? Паша, привет. Вау. Да, вот не знаю откуда, но привет, здравствуйте. Так ты вот так поднеслась. Спрашивают, зачем вы нас позвали? Пообщаться? Пообщаться. Просто пообщаться. Покушать вкусный сырничек. Будем поговорить. Всем привет. Ой, вот правда, знаете, вот на фоне вас вообще такой гном в очках прям не могу. Вот хоть лицо закрывай. Не кокетничай. Хорошо. Как сказать. Хотя можно. Ой, кому же еще какие-то... Как не девочки? Что вы с двух сторон снимаете? А потом вы скинете это друг другу, типа, в блоге моего друга. Но на самом деле, одна я единственная не снимаю ничего вообще, и Паша. Показывайте. Всем привет. Мы с тобой не договариваемся. Я переживаю, что никогда не фоткалась, не снимала видео в очках. Что меня хотя бы в очках меньше узнают. Ну, блин, теперь все. Привет, привет. Почему не отвечаю? Да я не знаю. Я смотрю на снег. Кстати, очень красивая сумочка. Или клатч, не знаю, как это назвать. Валерия, мне очень нравится. Мне так нравится, прям вообще-то такая получается перископная тусовка. Как бы это предполагает. Александра, да. Я хотела вам сказать, что как прошла фотосессия вчера? Фотосессия вчера была не фотосессия, вчера были съемки клипа до 3 часов ночи. Кто хотел? Все нормально прошло. Сессию, спасибо. Вот такое вот. Кто, давай, кто со мной? Сейчас. Будем сейчас снимать как? Юлечка. Сейчас, Паша, качки. Стол, сними еду. Остатки. Есть? Ну да. Супер, сейчас уже остатки. Я всегда много делаю, потом выбираю.
Кто там вообще есть здесь? Паша, Юля, Карина, Лера. Как так получилось? Как так получилось, ребята? Шок, как так вышло? Это что за недоразумение? Можно к вам? Здрасте. Что за недоразумение? Это что за люди? Да просто, это у меня, это у меня. Нет, это у меня вопрос в перископ, я тоже параллельно сижу. Вот, мне слышно, как так получилось? Что почему вас Валерия позвала на завтрак? Нет, ну очень приятная атмосфера и очень-очень рады мы все вас видеть. А я очень рада общению с вами, потому что вы все молодые, очень интересные, энергичные. У каждого есть свои цели в жизни. И это вот, знаете, это хорошо, что у нас тоже есть дети такого же возраста. Это хороший возраст. Да. Понимаешь, что это у нас разведение пока это. Что кушали? Сырники. Видимо, кто-то сразу не знает, что мы ели сырники. Что-то круассаны и все такое. Ну, видите, как мы все-таки предпочитаем здоровую пищу. Видите, что у нас все не тронуто практически. Не, ну это, если бы включили сначала, то тут очень много всего было. Сейчас, да, тут круассанчик. Да, прежней роскоши. Да. Так, ну что, я, наверное, выключаюсь. Ну да, выключаюсь. Как же перекрывают все время так. А знаете, очень иногда получается смешно, что ты говоришь, все, я выключаюсь, оно не включается. У меня всегда именно на выключении у меня начинает глючить. Точно, я да. Образом. Молодец. Сидишь так, типа. Так. Сегодня это удивительно с первого раза. Обычно это так, так, так. Все, ребята! Когда придется на YouTube, будете снимать блог. До свидания.